Тольятти из 5 городских больниц 3 перепрофилированы под лечение больных с пневмонией и подозрением на коронавирус. Это все отделения, кроме перинатального и онкологического корпуса медгородка, 4-я больница и Ставропольская районная. Но это не значит, что пациенты с другими заболеваниями остаются без внимания. Их готовы принять в 1-й и во 2-й городских больницах. Подробности у Елены Тумановой. Валерий Иванович Грищачков, несмотря на солидный возраст, еще работает. Учителем физкультуры. Всего неделю назад ему сделали операцию по удалению аневризмы и установке искусственного сосуда. Операция очень серьезная и относится к разряду высокотехнологичной медицинской помощи. Где делали, ничего не болит. Вот. Ну, спасибо им, конечно, очень большое, потому что эта операция дает шанс мне... Ну, продлить еще свою жизнь на какое-то время, потому что шансов было, ну, маловато, как они сказали. Вторая городская больница имени Баныкина широко использует высокотехнологичную медицину. Основной профиль – сердечно-сосудистая и нейрохирургическая помощь. Эта операционная оборудована ангиографом. Здесь под контролем рентгеновских лучей через прокол в артерии катетер проводит к сердцу пациента специальный контраст, который виден при излучении. Врач оценивает на экране состояние артерии, находит поврежденные участки и ставит стент для обеспечения кровотока. Такие операции в Тольятти проводятся 10 лет. По проекту «Национальное здравоохранение» мы получили новую ангиографическую установку, самую современную на сегодняшний день, который позволяет проводить как раз операции на сосудах сердца неоткрытым путем. Так что в Баныкинской теперь два действующих ангиографа. Кроме того, в рамках нацпроекта в этом году больница получит и новый компьютерный томограф, и супермикроскоп для нейрохирургического отделения. Сейчас, когда в городе 3 из 5 больниц перепрофилированы под лечение больных с пневмонией и подозрением на коронавирус, проведена перемаршрутизация всей остальной специализированной медицинской помощи. Пациентов госпитализируют по направлению лечащего врача из поликлиник. Баныкинская больница готова принимать пациентов с другими заболеваниями. Наше каждое отделение хирургического профиля после перемаршрутизации мы расширили коечный фонд в 2 раза. На территории больницы карантин. Строго выполняются все необходимые меры защиты от вирусной инфекции. За полгода во 2-й городской больнице сделали порядка 600 операций. Всего же в этом году в регионе высокотехнологичную помощь получили уже более 1500 пациентов. Это почти на 300 человек больше, чем в прошлом. Елена Туманова, Евгений Черемин, новости Тольятти.